Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Гордей, и вы на канале Гордей Транспорт Геймс. И да, вы уже заметили то, что у меня на аккаунте 367 гемов, да, я снова задонатил, я же донатер, ребята. И да, как вы уже видите, мне сегодня с большого ящика выпал Фрэнк. Там было всего 73 монеты, но это, конечно же, много. Потому что из боксов начало падать больше монет. И извините там за звуки на заднем плане. Просто мой папа слушает музыку. Итак, здесь мои подписчики. Короче, давайте приглашать моих подписчиков. Сейчас мы выберем Бравл Болл. И я приглашу своего подписчика, Ёшкин Кот. Он зашел в бой. Короче, ребята... Сегодня я планирую в магазине купить Мехамортиса, разовое предложение, и скин, который будет продаваться последний раз, который уже продается последний раз в игре, Хэллоуинская роза, до конца сезона. Ну что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, мы готовимся к видео. Ну что, давайте. Сначала с Мехамортиса. Вот давайте его сфоткаем, красавчик, вообще, ребят. Красавчик. Давайте только по-быстренькому снимать, потому что у меня сейчас может неожиданно прерваться съемка. Ну что, давайте. 3, 2, 1. Я покупаю. Ну что, погнали. Мехамортис! Вот он. Вот он, офигенный. Офигенный вообще, ребята. Это классно. Это классно, ребята. Итак. 3, 2, 1. Что будет самое смешное? Это... Ребят, трэш. Сколько значков тут вообще? Иконочка. И спрей. Офигенно. Давайте сейчас на иконочку поставлю Мехамортиса. Вообще классно. И да, извиняюсь, что если прервется съемка. Да, ребята. И у меня сразу появились перекраски. Классно. Классно. Все, давайте спрей. Мортис уже стоит. Это капец, ребята. Трендец полнейший. Это что-то с чем-то, я не знаю. Есть, есть, есть. Ребята, мы с вами достали его. Ну что, теперь хэллоуинская роза настала. Погнали. Вот. Хэллоуинская роза. 68 гемов осталось. Я их сразу же сейчас потрачу. Ну что, давайте... 3, 2, 1, окончательная цена. 40 гемов. Давайте 3, 2, 1. Хэллоуинская роза! Если я не ошибаюсь, она давалась в испытании бесплатно, но потом она начала продаваться раз на Хэллоуин. И вот пинчик эксклюзивный. Все, последний раз скин продается, и я его успел приобрести. Все, ребята, это капец. Мехамортис. Вот. Давайте вместо злющегося вот такой поставим. Все, вот, ребята, это офигенно. Офигенно, давайте. Я приглашаю подписчиков. Полина, это сестра подписчика. Да. Вот. И, ребята, Мехамортис. Да, всем привет. Мехамортис, вот он. У меня осталось 29 гемов, у меня не хватит на перекраски. Но, ребята, думаю, когда-нибудь они появятся еще в магазе. И я попробую накопить на них гемы из Бравл Пасса и не тратить специально. Накоплю для покупки этих перекрасок. А сейчас мы немножко поиграем с подписчиком. Давайте. Давайте я за ним понаблюдаю и к вам вернусь. Может прерваться съемка. Моего подписчика зовут Мирон, он участвовал в моих стримах очень часто, и, короче, мы с ним немного друзья. Короче, ребята, подписчик принял приглашение, сейчас мы посмотрим на его реакцию. Так, это аккаунт сестры, это Суперсел, круто, да? Твоя реакция... Так, давайте, подождите, сейчас... Итак, ваша реакция на видео. Погнали быстрее, быстрее. Так, погнали. Реакция. И, в общем-то, давайте пинчики.
Нет еще. Так, давайте я покажу аккаунт сестры моего подписчика, с которого подписчик играет. У его сестры 9 20 рангов, это очень много. Также есть очень много бойцов. Но, так. Короче, подписчик сказал охренеть. Так, покажи. Показал. И теперь давайте пинчики отправлю. Короче, сейчас поразвлекались немножечко, вот, с подписчиками. И в чате поразвлекались. Давай ему возьмем, например, воробушка. Бери воробушка, потому что использование двух одинаковых бойцов не допускается в руме. И сейчас мы пойдем в Брол-Болл тащить Мортиса и Розу. Я этот момент обрежу. Короче, подписчик не принимает. Один подписчик ушел, другой не принимает, он в Брол-Болл играет. Так что мы решили в парное столкновение. Короче, я там прикол один уловил. То, что я не закончил запись, я спалил кое-что там, и я это обрежу на монтаже. Так что такой прикол. Запись идет. Ну что, погнали? Так, давай. Посмотрим, какие у тебя эффекты, Михамурт. А эффекты у него классные. Вот они. Там Эдгар. Ок. Так. Сейчас уже время поздно. И давайте сейчас спрейчик нарисуем. Вот. Спрейчик. Такой классненький. Но, ребята, я не пожалел, что создал этот аккаунт в Brawl Stars, потому что он у меня очень везучий. И это классно. Так. Ну что, погнали. Тащить, короче. Так, погнали. Там вот эти два. Не жди побьют. Капец. Так, блин. Мы сейчас топ-3 займем, и я солью. А это только за Мехамортиса. Ребят, давайте в этом видео одну карточку за Мехамортиса, одну карточку за Розы. Извините, если меня будет плохо слышно. Блин. Плюс 4 кубка. Ладно. Теперь берем Розу. Розочка, погнали. Вот. Вот Роза. Так. Ок, пока. Так. Ну все. Сейчас мы идем в соло. Для того, чтобы апать Розу. Да, конечно, потратил 360 гемов. Так, там спайк. Да, какие эффекты! Офигенно! Это классно, ребят. Так, давайте с кем-нибудь затимимся. Если это можно. Мне спайк спалил. Так, давайте в кустике прятаться. Извините. Просто впустую утратим гаджеты. Сейчас меня там спайк спалит, и все, у меня конец. А, конец жизни, ёшкин кот. Ой, блин. Ну, в общем-то, все провалили. Неудачная съемка. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, Мехамортис у нас заканчивает. Тот самый. Ну что, всем желаю всего хорошего, чтобы вам тоже так везло. Ну что, с вами был Гордей. Всем удачи. Всем пока!